Всем добрый день! Сегодня я хотела бы поделиться идеей, как можно оформить подарок 23 февраля. Я купила вот такие вот коробки в магазине, вот такую вот бумагу оберточную праздничную, два вида бумаги, и оформила вот такой подарок. Здесь у нас средства по уходу для мужчин, дезодорант, а также наша фирменная фаберликовская шоколадка. Вот так вот красиво упакована в коробочку, оформлена бантом. И крышечку я тоже обклеила бумагой. И вот такая вот крышечка у нас получилась к нашему подарку. В такую коробочку мы можем упаковать любую нашу продукцию. Всем успехов, всего хорошего, до свидания!